Приветище! Это зомби Эйсер, и мы продолжаем наши поездатые зомби-апокалиптические путешествия. Сейчас мы с тобой подъезжаем к заправочке. Надо, кстати, глянуть, сколько у меня бензика. Может быть, и не нужно заправляться? 710 литров в баке. Ну да, можно, в принципе, не заправляться, но мы все равно туда заскочим. Зальем топливо доверху. Мало ли, вдруг нам пригодится где-нибудь это топливо. Что-нибудь заправить другое. Я подъезжаю к заброшенной железнодорожной станции. Думаю, стоит сделать остановку. Конечно, сделаем. Ох, Анна и Боб, я так хочу увидеть вас снова. Надеюсь, что вы уехали из города до того, как зомби ворвались в него. Так, все, мы подъезжаем. Надо быть наготове. Мы въезжаем в ворота. Стоп. Делаем тормоз... Тормозим! Что-то зачитался я. Фух. Что-то я даже рано тормознул. Можно вперед проехать. Сбавляем скорость. До 20, ну 17 пойдет. Запускаем и поехали. Мы сейчас четенько, ровненько подъедем своим баком. Вот эта вот красная пимпочка должна быть вот здесь. Вот здесь вот она должна быть. Сейчас я проконтролирую. Так, все, тормозим. Просто перфекто. И скорость на соточку врубим. Ну-ка. Черт, пипка угнала. Ай, назад надо будет сдать. Ладно, ювелирная работа началась. Так, 10%. Зажигание, задний ход. Давай назад. Назад. Вот. Я думаю, что можно тормозить. Ну-ка. Красота. Все четенько. Глушим наш движок. Пойдем теперь за ключиком. Знаешь что? По-моему, ты не поставил лайк. Давай быстренько опускайся под видео, поставь свой королевский лайк. И не забудь подписаться, если ты не подписан. А если ты уже это все сделал, то ты вообще красавелла. Подожди, ключ от кладовой. У меня два ключа от кладовой. Короче, возьму оба ключа. И сейчас посмотрим, какой из них подойдет. Так. Но, скорее всего, никакой. Видать, меня ключ удалили. После обновы. Эй, ребята, может быть, вы мне откроете? А? О, один меня запалил. Давай, открывай двери. Открывай. О, походу, это будет долго. Давай мы сделаем вот так. Ой, нет, походу, я тоже так дверь сломаю. Вот так вот проще. Че, по времени 13:03. Ништяк. Быстренько очищаем это помещение. Че у нас тут? Патрики. Патрики — это хорошо. Так, где эта дверь? Походу, нам вот сюда. Ага, точно. Дверь закрыта. Ключ от кладовой, походу, нам не поможет. Да. У меня два ключа от кладовой. Ну, в общем, мы здесь задерживаться не будем, потому что мы уже проходили заправочную станцию. Поэтому мы просто оттуда сваливаем. Реверс в обратную сторону, зажигание, скорость. Погнали. Нам здесь делать нечего. Заедем сейчас в ближайший маркет, заберем там касочку. Потому что у меня вот эта касочка уже сдохла. Можно ее выкинуть вот так вот. Прощай, каска, ты мне служила верой и правдой. Значит, вот эти ключики тоже можно выкидывать, они нам больше, в принципе, не нужны. А вот он и наш маркет, где мы свистнем каску. Сейчас тормознем тут по-быстренькому. Тик. Зажигание отрубаем. И вот тут вот можно притормозить. Стопашечка. Схожу с поезда и разношу мозги зимбарии. Хотя нет, наверное, я не буду ничего разносить. Я просто быстренько так сбегу. Здорово, Васька. Быстренько так забегу, касочку заберу и валим на все... О! И валим на всех своих четырех конечностях. Так, надеюсь, здесь больше нет этих когтистых зомбарей. Бориску я при... А, вот он. Ай, все-таки зацепил! Все, заражение пошло, скоро я превращусь в зомбаря. В пухлого жирного, как вон тот вот зомбарь. А где он, кстати? Пухляш, ты где? А, вон он стоит. Вон, в потной маечке. Так, заходим сюда. Вот она, эта каска. То, что нужно, то, что доктор прописал. Поспи немножечко, ты устал. В кассе проверим. Денежку надо забрать. Водичку обязательно, шоколадочки. Это нам что-то со всех сторон долбит. Тут вообще-то открыто, Василий! Что за зомби бескультурные пошли? Ну все, я здесь все зачистил. Можно отсюда чесать. Прощайте, больше я сюда никогда не вернусь. Ой, Машка, здорово! Хотел попрощаться со мной перед самым выездом. Ну что, погнали?
Погнали дальше. На всей мощи. Бензика у нас полно. Наконец-то мы увидим продолжение. Что же скрывалось в той школе? Или не скрывалось? Кстати, да, мы же хотели в прошлой серии сделать швейную машинку, чтобы шить себе броню. Мне буквально нужно тут две шестерни. Поэтому нам нужно найти машины. Желательно. Вот. Так, 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 что у нас тут? Вот распутье. Мы повернули налево, нам нужно будет потом поехать направо. То есть нам нужно будет сюда вернуться и поехать направо. Ну хорошо, мы это сделаем. Но сперва нам нужно найти шестереночки. Первые машины, которые нам попадутся сразу, будут разобраны. Кстати, да, я каску еще не одел. Вот так вот, все пучком. У меня уже башмаки почти стерлись. Ну не почти, но скоро сотрутся. Ага, вот оно депо, вот машины. Надо будет сейчас остановиться. Так, сейчас тормознем, как подъедем. Вот тормоз, тормоз. Я подъезжаю к большому складу нашей группы. Возможно, они были в состоянии защитить базу, и я найду там убежище. Чувак, ты там ничего не найдешь. Мы там уже были. Так, сейчас я обыщу машины. Шестерня есть, отлично. Неужели мы сейчас сделаем с тобой швейную машинку? Я сошью себе новые ботиночки. Блин, ну неужели я не найду больше шестерни? Шестереночка! Дайте мне, пожалуйста, шестерню. Так, тут в багажнике ничего нету. Ну вот. Ладно, поищем с этой стороны. Тут еще парочку машин стоит. Что-то пусто. Такое ощущение, как будто тут зомбари ковырялись. О! Ништяк. Последняя шестеренка, которая нам нужна была. Сейчас я еще тут обыщу багажники машин. Так, тут есть что? Тут нет ничего. А тут? Не шиша. Как у алкаша. Все, короче, все тачки обыщены. Пойдем делать швейную машинку. Теперь я стану настоящим портным. Ну-ка, создать. Швейная машинка у нас готова. Вот она красота, 3 килограмма весит, надо будет ее скинуть обязательно. Но прежде чем шить на этой чудо прекрасной машинке, нам нужно сделать для нее столик. Столик, вот он. Тайлор Стейбл. Что нам нужно? Ткань, металл и дерево. Ага. Дерево у нас тут в достатке, скидываем сюда, металл. Берем 5 тканей. Наш швейный столик готов. Ну почти, сейчас мы его соберем. О да, теперь я точно швея. Куда мы тебя поставим, швейный мой столик? Наверное, мы поставим его где-нибудь... Блин! А давай вот здесь воткнем его, сейчас я разверну. Вот так вот. Места, конечно, тут для прохода будет мало. Но ничего, вот тут вот будет самый сок. Как раз у окна все видно будет. Вот, мне кажется, вот так вот правильнее поставить его. Ага. Достаем наш новенький молоточек. Только им я буду собирать этот столик. О, да, сколько тут классных штучек, ниточек, ленточек, линеечек. Чем мы можем здесь себе сшить? Рюкзак, который, в принципе, у меня уже есть. Говнецо какое-то. Так, это тоже у меня есть. Укрепленный шлем с фонариком. Но это не совсем фонарик, это какой-то болт. Вот он, этот болт. Но, может быть, здесь он будет работать. Кто ж его знает. Так, у меня, в принципе, все материалы есть. Давай попробуем это сделать. И посмотрим, что нам это даст. Надо снять мой шлем. Новенький шлем. Новенький. И заберем вот эти вот болты, похожие на фонарики. Ну-ка. Блин, уже на дворе темнеет. Надо будет сейчас поспать. Долго я очень собирал швейный станок. О, да, теперь у меня каска крутая. Что она умеет делать? Мотоциклетный шлем с фонариком. Это, конечно, круто. О, как зачетно это выглядит. Ну-ка, давай включим. Ну, реально. Теперь у меня есть фонарик на шлеме. Так, а если я возьму пестик? А, ну понятно, тут переключается режим фонаря. Либо на пистолете, либо на шлеме. Все ништяк. Что еще там шить можно? Короче, вот эта броня, гладиаторская броня, хочу. Нужна вот такая ткань, она у меня где-то была тоже. Сейчас. Как раз под ночь сошью себе костюм. О, да, теперь я броненосец настоящий. Где мой... Подожди, что-то запутался. Где мой доспех?
Ништяк, вообще классно. И там еще были какие-то крутые ботиночки. Вот такие у меня есть, а тут есть вот такие. Они шипованные, смотри, там сзади шипы есть, типа гвозди какие-то торчат. Вот на них материала мне, конечно, не хватило. Надо будет сейчас порыться в ящиках, поразбирать металлолом и древесину. Но это уже будет завтра, поэтому пойдем сейчас подрыхнем. Нам нужно срочно поспать, 12 часов. О, ништяк, мы выспались. Время сейчас 6:15. Что у нас тут по картофану? Картофан еще не вырос. Погнали. Сейчас разрулим ситуацию. Потому что я теперь в броне. Сколько, кстати, брони дает вот этот доспех, я так и не посмотрел. Минус 10% к урону, отлично. А каска? Минус 10 тоже. Ой-ой-ой, бежим. Скорее, надо тормознуть будет сейчас. Надо будет грамотно тормозить. Тормоз! Фух, успели. Кстати, надо не забывать, что у меня еще есть топливо вот тут, в запасах. Поэтому мы точно нигде не застрянем. Вот он наш городок. Мы с тобой обязательно сейчас забежим в полицейский участок, потому что там был дробаш и на него патрончики. Как ты видишь, у меня у дробаша все закончилось, к чертям нужно обязательно пополнить боезапас. О, отлично, а вот и бочищи. Можно немножечко подразобрать их. Получим железячки. Так. Чума, теперь у меня дофига металла. Листового металла, который можно потом использовать для доспехов или чего-нибудь другого. О, взрывная бочка. Давно не было подрывов. Сейчас мы это исправим. Меня тоже задело. Ух, какая же... О, здорово, давно не виделись с тобой. А, дробаша-то у меня нету. Можно я тебе каску разберу? Или молоточком постучу? Да что ты творишь-то, а? Негодяй. Негодяй. Ой. Ой-ой-ой. Меня окружает. Твою ж налево. Фух. Нифига себе, это было больно. Все, я почти дошел. Ой-ой-ой. Ёкарный бабай, чего вас так много-то тут? Не подходите ко мне. Блин. Нежданчик. Фух. Не уследишь тут за ними, несмотря даже на то, что они такие медленные, засранцы. Так, ладно. Мне кажется, что тут нужно прокрадываться. Их в округе очень много. Ой, ё-моё, там смотри, двое в касках. Ну, конечно же, мы подошли к полицейскому участку. Сейчас мы, знаешь, как это сделаем? Мы зайдем вот тут, через эту дверь. Выйдем через парадную и проникнем в полицейский участок. Открываем дверь. Ништяк, нас никто не услышал. Сейчас пошаримся тут. Пусто. Нет, шариться я не буду. Тихонечко, спокойненько. О, шоколадочка. Покушать? Настало время покушать. Когда экстремальная ситуация, кушать хочется больше всего. Сожрем шоколадку. Спасибо вам, миссис, за гостеприимство. Я еще возьму водички. И, понятное дело, за это платить не буду. О, чипсики. Чипсики я люблю. Колеса, бинтик, консервы. Ништяк. Благодарю вас, миссия. Да господи, как же вы тут журчите. Нет! Почему ты меня запалил? Если я сейчас начну стрелять, то мне будет крантец. И здесь очень много. Так. Ладно, ребятки. Сейчас мы с вами немного пошумим. Руки заняты. Так. Бегите все за мной! Бегите! Бегите! Сейчас будет у нас Тосемуса. Оу! 13 хп! Я застрял. Фух! Надо быстренько обмотаться. Фига себе! Вот это попадос! Ой. Аптечечку сейчас возьму. И валим отсюда. Валим. Двери закрываем. Спокойненько, ребята. Не кипишуем. Пока они все тут трутся, я побегу в полицейский участок. Ха-ха, обугленная морда. Так, готов. Че, или может быть их тут всех расстрелять, пока они тут на меня не обращают внимания? А-а-а.
Руки не отстреливаются, что за дела? Капец, кипиш. Фух, наконец-то. Все спокойно, парни. Не переживайте, я со всеми разобрался. Я местный шериф. Ну, вот, дорожка расчищена. Но вот эти вот обугленные морды, это, конечно, прикольно. Ладно, что, пойдем в полицейский участок. Напишем на этих зомбарей заяву. Ты не остановишь меня, Василий. Дорога за боеприпасами довольно сложна. Воу-воу-воу-воу-воу, Машка! Вот это любовь. Она почувствовала меня за дверью даже, ты представляешь? Так, что мне делать с тобой? Вначале тебе отстрелим руки, чтобы ты не был таким опасным. Что-то с руками не прокатывай, сразу в бок тебе стреляю. Где патрики? Ништяк, есть патроны. Теперь я могу зарядить дробаш. Ну все. Вау, 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 вау. Вау, 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 вау. Спокойненько, не кипишуй. Просто наложи кирпичей в штаны. И продолжай свой экстремальный путь. Заходим сюда. Учебка. А за дверью ничего нет? Не, ничего нет. ОМОН! ОМОН! Камон, ОМОН! Еще один! Еще один! Сколько у вас тут много? Патрики закончились. Фух, левел ап. Надо подлечиться и вкачать себе что-нибудь, например. Что вкачать-то? Скрытность, давай скрытность вкачаем. Ничего, погнали дальше. Нашел же на свою жопу приключений. Когда я сюда ранее заходил, тут не так было потно. Хотя, может, я уже подзабыл. Так, второй этаж. Второй этаж. Во-во-во-во, то, что нужно. Блин, ну тут патронов не так много. И не такие, какие мне нужны. Мне нужны для дробаша. Хватит дверь тут ломать. Капец, бабки. Ну кто хранит бабки в таких местах? Забежал я, короче, ящики облутать, а тут вот этот вот перец ко мне пришел. Как вы с ним побороться-то? Куда бы ему пострелять? Ух, разобрался с ним. Так, ребятки, хватит шуметь, и так в ушах звенит. У меня паника, еще вы тут. Патрики, патрики, где же вы, мои патрики? Что-то, походу, я не наберу здесь нифига боеприпасов. Все, что я набрал, потратил здесь же. Ну как так? Это несправедливо. Ладно, выходим отсюда. А, западня! Какого? Слава богу, этот чит не куда-то убежал. Выходим. Ух. Фух-фух-фух. Так. Где-то на этом этаже я нашел вот этот дробаш. Надо здесь все... Вот. Кажется, здесь. Да, вот он дробаш. Есть немного патронов. Кто-то там прошел. Или мне показалось. Капец. Три патрона. Все, короче, выбираемся отсюда. Зайти в полицейский участок была плохая идея. Очень плохая. Меня от того, что они там металлические эти двери ломают, в ушах уже звенит. Так, куда дальше идем? Куда? В школу. В школу, конечно же, нужно в школу зайти. Мы тут прокрадемся, чтобы нас никто не увидел, не услышал. Хотя, по-моему, они так и так не услышат. Надо, конечно же, обезвредить вот этих зомбарей. Все делаем подручными средствами, без оружия. Ну, в смысле, огнестрельного оружия. А то привлекем слишком много внимания. Которого нам не нужно. Какой бесстрашный. Практически в упор подхожу, стреляю. Отдай мне стрелу. Так, ну чё? О, наконец-то здесь открыто. Ништяк. Можно спокойненько туда пройти. Этого зомбаря я сейчас битой раскрошу. Хотя это была не лучшая идея, ну ладно. Капец, ты посмотри, какая там защита. Ну что за дела? Ладно, берем огнестрельное. Кстати, там вот была бочка.
Но бочки, как мы с тобой помним, они не сильно эффективны. Здесь должен был быть босс-зомби. Но разработчик решил сделать редизайн персонажей, так что здесь просто куча зомбарей. Понятно. Короче, тут должен был быть босс. И мы сюда обязательно вернемся, когда разработчик сделает редизайн зомбарей. Давай попробуем просто по стелсу проползти, чтобы нас зомбари не заметили. Мы с тобой очень тихие. Не смотри в глаза, не смотри в глаза. Все, не буду смотреть в глаза. Так. Машка. Надеюсь, Машка в нас сейчас не побежит. И не взорвется. Вот этот вот когтист еще меня напрягает. Как рядом я с ними нахожусь. Я слился с зомбарями. Я словно сам зомбак. Ну, конечно, меня же поцарапали уже столько раз. Конечно же, я зомбарь. Мы почти подобрались. Почти. Через центральную дверь мы там не про... Хотя можем пройти, но я что-то очкую. Зайдем через заднюю. Не через парадную дверь. Главное сменить оружие, чтобы нас не услышали. Опс. А что там кто ломает? Эй, потише себя ведите. Мне не нужны лишние проблемы. Кто там что делает? А, Машка ломится на кухне. Надоело ей там готовить. Ладно, пойдем. Блинский! Фух. Это было рядышком. Надо бы еще колесами кинуться. Так, заряжаем мой бесшумный лук. 3008. Покушать я тут ничего брать не буду. Закрою на всякий случай двери. Они металлические, их никто не пробьет. Блин, так это получается не школа, это огромный гипермаркет. Что мы тут имеем? А мы имеем здесь зомбаря-кассира. Прикинь, не с первого раза его грохнул. Ну чё, чё, чё? Фух, успел. Фух-фух-фух. Сейчас я его с дробаша раскрошу. Оу-е. Правда, я очень сильно нашумел, и ко мне сейчас... Ну, твою ж налево, ну... Так, ну сюда они точно не проберутся, тут металлические двери кругом. Заходи. Мы сейчас его обманем. Блин, нет, не обманем. Там пришел, кажется, большой босс. Ну, в смысле, жиробас. Поэтому выходим здесь. Весь стелс на смарку. Ну что за дела, чего у меня сегодня так не прет-то, а? Это называется пошумим, ребята? Конечно же, пошумим. Сейчас в обход. Пойдем. Пока они там металлические двери ломают, они слишком заняты, чтобы обращать на нас внимание. Мы свистнем там важную детальку. Я там кое-что видел. По-моему, это был переключатель от стрелки. И сейчас мы это узнаем. Он ли это был или нет. Так. Как же круто, когда можно одурачить зомбарей. Да, там два бигбосса. Ох ты ж. Ну, в смысле, два жиробаса. Вот она, эта штучка. Сейчас мы ее свистнем. Подобрать железный рычаг. Отлично. А, места нет. Места нету. Надо что-то выкинуть. Что выкинуть? Прощай, молот. Теперь я его смогу взять? Нет, не могу. Они выбили металлическую дверь. Вот этот дробаш у нас выкидывается. Капец, кажется. Кажется, нужно отсюда валить. Бежим, бежим, бежим. Я здесь, ребят, я здесь. Так, 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 так. Спокойненько. Выходим, возьмем аптечку. А, места нет, все, у меня все битком. Можно отсюда чесать. Фух, мы выбрались, мы взяли то, что нам нужно было, чтобы отсюда свалить. С этого долбанного города. Не иди за мной, не иди. Стрелять я не буду. Нужно тихонечко, тихонечко пробраться, чтобы нас не запалили. И главное, чтобы нас не догнал вот этот жиробас. Но учитывая, как он ходит, я думаю, что он нас не догонит. Все? Он нас потерял. Василий, Геннадий, когтистые, Антошки, не трогайте меня. Всю деревню собрал. Вот это попадос. Они все теперь бегут за мной. Ладно, чё? Бежим! Я сейчас сделаю по-другому. Я сейчас их отвлеку. Мы сейчас с тобой забежим вот сюда.
Здесь же двери есть? Есть же двери? Двери! Ай-яй-яй, двери не закрываются. Вот так вот. Тут металлические, отлично. Металлические двери — это даже лучше. Задержат их на чуть-чуть. Бежим! Валим отсюда. Надо выпить энергетик. Энергетик? У-у-у, меня травила Машка. Кажется, я не туда бегу. Вот эта Машка взбзнула. Наконец-то, я почти сбежал, но еще не до конца. Немножечко рано обрадовался, но это не страшно, всего один. Смотри! Короче, решил я такой энергетика попить и увидел Машку на крыше. Машка, ты зачем туда залезла? Давай я тебе помогу. Спускайся. О, все. Спустилась. Так, а у нас темень на дворе, включаем фонарик. Фонарик я включу на шлеме. Он помощнее у нас. Ух, наконец добежал. Селеночки у меня уже кончились. Надо будет ложиться спать. Ну вот и утро наступило. Зомбари вместо петухов там издают странные звуки. Типа, мол, просыпайся, утро наступило. Мы сейчас с тобой позавтракаем. Врубаем заднюю. Нам нужно отъехать немножечко назад, там, где была развилочка железнодорожная. Задняя у нас включена. Заводим двигло. Че по бензику? По бензику все нормас. Ну все. Мы сюда только вернемся, когда будет редизайн зомбарей, чтобы посмотреть на главного босса. Ну где же ты, развилка? Развилка. Вилка. Уже так долго... А, вон, вижу. Кажется, это рельсы были. Или у меня глючит. Нет, не глючит. Вот они, рельсы. Отлично, мы почти до них доехали. Осталось найти здесь переключатель. Где же ты, переключатель? Я пока что его не вижу. Может, мы его проехали? Подожди. Стоп. Где-то здесь должна быть. Вилка переключения. Где-то тут. А, так вот, я возле нее и остановился. Шикардос. Вилка переключения рельс. Номер 5. Так, значит, вот это мы убираем. Достаем наш железнодорожный рычаг. Вытыкаем. Вот отлично. Переводим стрелочки, и все. Теперь мы поедем направо. По крайней мере, должно это так быть, если они, конечно, рабочие, эти стрелки. Заводимся и погнали. Едем направо, направо, направо. Отлично, мы поехали направо. Да, мы это сделали. Мы едем к горам. Наконец-то этот чертов город зомбарей пройден. Ну а что будет дальше, ты узнаешь в следующей серии. Если тебе нравится зомби Acer, то с тебя лайк под видео, подписочка обязательно, если ты еще не подписан, и крутой комментос. А на этом все, пока. Увидимся в следующей серии.